и делаем 3 ряда. В каждом ряде чередуем 2 зеленых, 2 красных. Одеваем модули на один кармашек, чередуя 4 зеленых, 4 красных. Продолжаем делать ряды, сохраняя узор. Сделать нужно 9 рядов после того ряда, где мы удваивали модули. То есть, в общем, должно быть сделано 13 рядов. Делаем еще один ряд. Модули верхушками направляйте ближе к центру. Два модуля одеваем на 3 уголка. Один модуль, как обычно,
Повторяем так по кругу. Все, мы сделали пасхальное яйцо или шишку на новогоднюю елку. Подписывайтесь на наш YouTube канал, и если понравилось, ставьте лайки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в нашем видео, и спасибо за просмотр.